Всем большой привет, меня зовут Никита, и добро пожаловать в идеальный стерильный мир. Мир, который наполнен яркими красками, харизматичными персонажами, законченными образами. И этот мир прекрасен. Мир цифрового изображения. Вот, кстати, да. Что мне нравится в этом мире, так это то, что ты можешь самостоятельно его моделировать. Там, конечно, и без тебя есть огромное количество разных миров со своими атмосферами, но тем не менее, каждый день новые авторы создают новые видео, заливают их на тот же самый YouTube и порождают тем самым новый мир. Там есть мир, например, ярких мелькающих картинок, эпилептических припадков и детских нелепых кривляний. И у этого мира есть своя собственная аудитория. Или мир тонны кинематографических образов, таких скептиков, где постоянно фигурирует черный юмор. И у этого мира тоже есть своя аудитория. Есть мир полный путешествий, красивых ухоженных девушек, шопинга, звездных каких-то встреч и так далее. И каждый человек волен выбирать, в какой мир он хочет погрузиться. И это прекрасно. Но для меня это стало неожиданностью, это я к вопросу о тех самых ухоженных и красивых девушках из вселенной красоты и моды. О фэшн-блогерах, которые играют в такую успешную лакшери-жизнь, и у которых даже печаль сопровождается чашкой вкусного и горячего кофе и дождем за окном бизнес-класса в самолете. Так вот, эти дамы вдруг начали паниковать и признаваться в том, что они на самом деле не такие, какими они являются в видео. То есть вся их жизнь — это сплошной фейк и срежиссировано ими. Но, с другой стороны, девушки сказали совершенно очевидную вещь. Все говорят очевидные вещи, я говорю очевидные вещи, это нормально. Но меня поразила реакция всех зрительниц. Ну, точнее, многих зрительниц этих каналов, потому что они начали так же истерить и плакать. Ну как же вы нас смогли так обмануть? И тут возникает вопрос. А какая к черту разница, как выглядит этот персонаж, а это персонаж в реальной жизни? Пусть он там и будет в экране. Вы понимаете, что в реальной жизни это совершенно другой человек. Совершенно другой человек. И там он будет гораздо-гораздо идеальнее и проработаннее с точки зрения образа, чем он же в реальной жизни. И это абсолютно нормально. Представьте, что вы бы оказались, не знаю, с той же Соней Есьман в совершенно обыденной обстановке, и у вас была бы возможность с ней поболтать. Уверяю вас, высока вероятность того, что общение с Соней вам покажется менее интересным, чем, например, с вашей сокурсницей в ВУЗе. Потому что там совершенно другая реальность. Это другое дело. Звук, монтаж, музыка, цветокоррекция. Все это дополняет образ той же Сони и делает из нее персонажа романтичного, такого красочного кино. По мне? Вот по мне. Так лучше бы все эти мини-персонажи оставались бы там, на экранах. Потому что если тебя вдруг тебе не нравится этот человек, вдруг ты устал от него, ты можешь просто его взять и выключить. Или, например, если тебе скучно, взять и включить, ты можешь нагрубить ему, да? Можешь на послать. Вот именно. Можешь плюнуть ему в лицо. Ну, точнее, в монитор. Ты можешь, в принципе, делать все, что угодно. Ты можешь есть при нем, вести себя как угодно. Короче, все то, что в реальной жизни при общении с человеком было бы как минимум некорректно и грубо. Так что, я серьезно, я не понимаю, зачем вытаскивать всех этих людей в реальную жизнь. Тебе было бы гораздо дискомфортнее с ним в реальной встрече. Потому что реальная жизнь, она гораздо-гораздо объемней. В ней, конечно, много всяких деталей дурацких. Есть лишние звуки, лишние запахи. В ней нет такого крутого монтажа, это коррекция, и музыка, к сожалению, звучит не всегда вовремя. Но тем не менее, если вот этот персонаж, ну, не этот конкретно, абстрактно говоря, что человек с монитора окажется здесь, то он тут же потеряет весь свой лоск, обаяние и эту частичку образа, который он вокруг себя создал. Так что пусть все эти персонажи остаются там, в мониторе, правильно? Наташ, включи какой-нибудь музончик смазливый. Сейчас самое время.
Ну а пока играет эта душещипательная музыка, обязательно подписывайся на канал, если ты не подписан. Ставь лайк под этим видосом и делись им. Также хотелось бы выразить благодарность ProSense360.com за предоставление возможности опробовать технологию 360 градусов и снять это видео. А с вами, как всегда, была Никита. До новых встреч. Удачи вам!